Здравствуйте, друзья! Сегодня будет весьма необычный выпуск. Дело в том, что один из наших подписчиков попросил меня снять, как можно дойти от домов, которые мы строим на улице Северной, пятые номера домов, напоминаю. Вот они, кстати, перед вами, уже на стадии отделочных работ находятся и через менее чем два месяца будут готовы к сдаче. Итак, как от них можно дойти до ближайшего магазина и сколько это занимает времени? Я сегодня выбрал не совсем удачное время для этого эксперимента. Сегодня 1 марта, 8 часов утра, 10 минут 9. Ночью был дождь, ну как бы... В принципе, для меня может быть и неудачно, но для вас это то самое время, чтобы посмотреть на наши погодные условия после дождя. Даже вот снежок пролетает, сегодня весьма-весьма холодно. Давайте прогуляемся от этих вот домов, от застройки. Как видите, тут еще разруха, грязь, еще территория не отсыпана по-нормальному. Ну, здесь все будет красиво скоро, как понимаете, стройка. И пойдем вон туда, к ближайшему магазину. Давайте по времени. Пошло, так скажем, время. Я потом на экране напишу, сколько было времени и во сколько мы идем. Давайте посмотрим. Справа у нас большой участок есть, но это чей-то огород. Это все не в продаже, это кто-то все для себя выращивает, вероятно, картошку или, может быть, другие какие-то овощи на продажу. Территория весьма большая. Тут весьма неплохой такой домик есть. С другой стороны тоже. Посмотрите, мы прошли меньше минуты и уже выходим на тонную дорогу. Вот, посмотрите, сколько мы прошли от тех домов. Бетонка начинается уже совсем рядом с ними. Пойдем дальше. Дальше. Вот еще вот хороший дом. Нет, здесь место очень уютное. Оно расположено в таком тупике, что дорога не проезжая. Есть своя инфраструктура коммунальная, то есть своя линия водопровода, своя электроподстанция. Кстати, посмотрите, за этой улицей уже станица-то по сути и кончается. Но если посмотреть на карту, где расположены дома по Северной 5, станет понятно, что до центра идти буквально 15 минут. Ну, может быть, 20 минут совсем. Итак, смотрим, куда мы выходим. Здесь такая развязка, кольцо, что ли, импровизированное. Ну, в общем, круговое движение. Заехать можно по этой дороге, а выехать вон с той стороны. Конечно, никаких дорожных знаков тут нет. Это просто импровизированные две дороги. Можно пользоваться любой из них одной. Смотрите, здесь живет таксист. Get такси. С московскими номерами причем. Старая электроподстанция. Она, правда, рабочая, но все-таки старая. Есть уже новая в этом микрорайончике. Как видите, иду я вполне нормальным шагом по хорошей дороге. Грязи нет. Единственное, что ночью был ливень, и
небольшие лужи есть, но это все легко обходится. То есть, как понимаете, если купить здесь дом, никакую грязь месить не придется. Дорога до центра, она чистая. Вполне можно пройти пешком, провести коляску. Вот уже магазин. Вот он. Смотрите. Сейчас мы к нему подойдем. Я его вам с фасада покажу. И потом покажу, как добраться до центра. Центр, кстати, вон по этой дороге. Вперед. Еще минут 7. И можно дойти до центра. Вот он, магазин. Смотрите. Любые продукты первой необходимости. Как видите, мы уже дошли. Прошло, ну не знаю, минутки 4, наверное. Я потом, когда буду делать монтаж, все это еще раз посчитаю. И итоговое время, сколько у меня заняло дойти до этого магазина, напишу на экране. А сейчас мы проходим мимо Истакаевского водоканала. Кстати, вот он. Кстати, друзья, вы знаете, что здания водоканалов исторически никогда не строились в плохих местах? Делайте выводы. Это прям статистика какая-то. Смотрите, эта дорога идет уже к центру. Как видите, она абсолютно асфальтированная, имеет тротуарчики. И через минутки 4 будет остановка, и через минут 7 можно дойти до рынка, до поликлиники и так далее. Давайте пойдем дальше, назад и вернемся к машине. Эти съемки я делаю по просьбе подписчиков. Женщина сказала, что ей очень важно, чтобы магазин был именно в шаговой доступности от дома, потому что она хочет приобрести этот дом для пожилых людей, для своих родителей. Ну, я думаю, это вполне нормальное расстояние, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом и этот вариант вполне ее устроит. Давайте маленько вперед пройдем, посмотрим наши домики. Вот дом 110 квадратных метров с гаражом, без гаража, и два таких же будет в скором времени сдаваться. Площадь 110 квадратных метров, и спальни, две спальни на втором этаже, одна на первом этаже, два санузла, большая кухня-гостиная, участки по 5 соток.